спецотряд быстрого реагирования в действии. О нюансах работы этих ребят не принято говорить, а их лица, как водится, не принято показывать. Но именно их зовут на помощь в самых сложных ситуациях. Например, при захвате заложников или необходимости задержания особо опасных преступников. Именно такую ситуацию отработали бойцы СОБРа на учебно-тренировочной базе. Сегодня их задача взять штурмом здание, обнаружить, обезвредить, а в случае необходимости уничтожить преступников. В реальной жизни им не раз приходилось участвовать в подобных операциях. И бойцы лучше других знают, что их благополучный исход – результат изнуряющих тренировок. Занимаемся постоянно, потому что надо быть как в физической подготовке сильным, крепким, так и в некоторых определенных других вопросах. Физическая подготовка невероятно важна, ведь экипировка бойцов СОБРа в зависимости от выполняемой задачи может достигать 30 килограммов. Что и говорить, если отдельно взятый элемент, например, вот такой бронированный щит, весит 20 килограммов. Используется при штурме зданий. За щитовым выстраиваются либо 2, либо 3 человека. Вот. Броня щита выдерживает пули различного калибра, то есть как с автоматического оружия, так и с пистолетов. Сегодняшняя тренировка завершилась успешно. С поставленной задачей бойцы СОБРа справились на отлично. Впереди у них новые задания, как учебные, так и боевые. Нередко им приходится рисковать своей жизнью ради спасения жизни других. В общем, работа у них опасная, сложная, но любимая. Обычная мужская работа, которую, я считаю, должен делать каждый мужчина. А любим ее за то, что служим Родине и готовы выполнять поставленные задачи. Ну а мы можем быть спокойны, ведь пока нас защищают такие бравые ребята, которые тем более являются отлично подготовленными профессионалами, нам бояться нечего. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».